Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Lostlight. Сегодня тронем такую тему, как склад. А именно, гайд, наверное, новичкам. Это больше в виде подходит вновь прибывшим игрокам в эту игру, нежели старичкам. Но может что-то старички тоже узнают. Поэтому всем желаю приятного аппетита, всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. Итак, смотрите, главное в этой игре это склад. Качайте его, он вам пригодится. Также при возможности вы можете покупать премиум, который дает вам еще одну ячейку склада. Ну или там покупать полностью премиум. То есть у вас вот здесь премиум, вам можно купить только А, вот он вам дает одну ячейку на складе. Либо покупать А и Б, то есть стоит 10 баксов, а это стоит 5 баксов. Это не суть. Если есть возможность, покупайте. Это очень-очень помогает вашему складу. Вот она, ячейка такая вот. Ну, допустим, у меня готово все. А это спасает очень ячейка. Так, поехали дальше. Склад. Склад делится на 16 уровней и 4 отдела. Вот они, 4 отдела. С прокачкой, получается, уровня склада у вас открывается ячейка. Сначала будет 1, 2, 3, и потом 4 будет ячейки. Поэтому качайте склад. Также, как прокачать, где прокачать и сколько нужно компонентов, у меня есть все это в Дискорде. Заходите в Дискорд, получается гайды по Lostlight, склад, и смотрите, вот они. Первый уровень, второй, третий, пятый, и так все уровни. Также можете листа глянуть, торговый не имеет значения, пока мы идем по складу. И вы смотрите все, что нужно вам сдать. Если, потому что у вас, допустим, пятый уровень, вам показывают только шестой, седьмой, а дальше вам не показывают. Там вопросики будут стоять. Поэтому заходите, чекайте, смотрите. Так, поехали дальше. Дальше у нас получается это как правильно раскладывать вещи. Смотрите. С начала игры главное это рюкзаки и кейсы. Кейсы для компонентов, естественно. Рюкзаки вам уменьшают загрязнение склада, так же как и кейсы. Допустим, вот у меня есть первый отдел. Вот он, первый отдел мой. У меня в закрепе висят два рюкзака и контейнеры. Вот они, два рюкзака мои и контейнеры. Да, у вас сначала не будет таких, конечно, рюкзаков, у вас будет там поменьше, но, может быть, вам это повезет, вы их выбьете, а выбить можете вы первое, это сейчас именно, это получается розыгрыш. Вот такие рюкзаки можно выбить на 30 слотов. Потом можно выбить спутники. Спутники, если даже вы тоже его покупаете, то там тоже контейнеры падают. Так, долго буду их искать, наверное. Ну вот они, такие контейнеры падают. И третье, это просто в катке можете играть, там выбить с ботов, с людей, рюкзаки большие, и их вытащить себе на склад. Так, поехали дальше. К четвертому пункту, это раскладка компонентов. У вас стоят рюкзаки и кейсы. Есть два типа раскладки. Нажимаем, получается, автосортирование. И видим, что по типу предмета есть и по месту. Я рекомендую по месту. Почему? Так как он делает сначала большие предметы, а потом раскидывает маленькие свободные места. Вот вы все поставили, нажимаете подтвердить, у вас такой бац, все меняется. Вы думаете, странно, почему? Типа у него оставалось, а у меня все меняется. Есть такая одна фишка, смотрите. Вот вы поставили все кейсики, нажимаете, по месту сделали, и после этого нажимаете сюда вот, и делаете закреп. То есть вы закрепляете предмет на этом месте. Закрепляете все предметы, которые вы хотите, они никуда от вас не делаются. Подтверждаете, и все. И у вас тут, допустим, все будет. Если, допустим, проверим здесь, то видите, у меня поменялись местами. А здесь все осталось, потому что здесь все закреп у меня стоит. Поэтому не забывайте про эту функцию. Поехали дальше, смотрите, это раскидка компонентов. Допустим, смотрите, у вас есть рюкзак и кейс. Вы скидываете компоненты в ящик, чисто лом, допустим, сюда скидываете. Чтобы не потерять, куда вы их положили, можно сделать ярлык. Нажимаете левой кнопкой мыши на предмет, ярлык, и пишите здесь то, что вам нужно. Допустим, лом, у вас здесь будет лом. Подтверждаете, все, вот вы понимаете, у вас здесь будет лом. Вот у меня, допустим, розыгрыши, правильно? Да, потому что, почему? Потому что я в каждом видосе разыгрываю по 1000 лома. В этом видосе тоже не исключение. Остановлюсь для участия, это поставить лайк, написать комментарий, ну и подписка на канал. Поэтому удачи и участвуйте. А мы поехали дальше. Все, вы подписали, у вас все сохраняется. Поэтому переходим дальше, раскидка компонентов. К
Также не забывай, что ящики, рюкзаки, да и все предметы можно вращать. Таким образом, берем рюкзак, ну вот, допустим, вот, да, у меня рюкзак, он у меня повернутый. Почему? Потому что, если я его так поверну, здесь будет три ячейки. А мне эти три ячейки вот не нужно. Я делаю две ячейки, сюда ставлю кейсик на три ячейки. А вот здесь поворачивать я повернул, видите, оставил его. Потому что здесь мне нужны три ячейки даже. Вот. И я их так оставляю. То есть не забывайте играться с этим вращением. Это очень помогает. Также не забывайте то, что вот до вайпа игры, то есть до 1 сентября, была такая фигня, то что вы, допустим, скидываете в 40 мест предметы, и этот кейс вы перекидываете, ой, этот рюкзак вы перекидываете в этот рюкзак. И то есть у вас в этом рюкзаке вещи, и этот рюкзак помещается в этот рюкзак. Но сейчас такого нельзя делать, потому что это все пофиксили. Но не пофиксили то, ну может они не трогали, то что можно ящички перекидывать в рюкзак. То есть вы забили, получается, 25 слотов в ящик, и еще освободили 4 места здесь, и сюда перетащили его. То есть тем самым вы освобождаете вот столько вот места. Понимаете, да, как это работает? За это тоже не забывайте, фича. Есть такая. Кейсики, также кейсики можно выносить. То есть, допустим, вы их продаете, там, не знаю, или может кому-то подарить хочешь. Также можете рюкзак положить сюда и выносить его кому-то там в подарок. Ну и давайте подведем итог. Смотрите, что у нас получилось. То, что склад прокачивается на 16 левелов. У нас есть, получается, контейнеры и рюкзаки, которые можно раскидывать, вращать, перетаскивать, чтобы как вам было удобнее. Можно делать ярлыки, чтобы понятно было, где что находится. И сортировка, то есть можете положить в ящик, из ящиков закинуть в рюкзак, тем самым освободив очень-очень-очень много места. Ну, на этом, думаю, я вам все рассказал, по крайней мере, то, что я знал про склад. Не забывайте также участвовать в розыгрыше, поэтому всем спасибо за просмотр, ставим лайки, дизлайки, ну и пишем комментарии, что вы думаете по складу.